Вітаю всіх глядачів 7-го телеканалу. З вами Тетяна Миленко. Доброго дня. І давайте привітаємо нашого гостя сьогодні в ефірі 7-го телеканалу. Світлицький Владислав, нейрохірург медичного дому «Одрекс». Та поговоримо ми про таємничі особливості мозку та експертне лікування його патології. Доброго дня. І з посмішкою такою, на серйозну тему доволі. Правда? Мозок містить нечисленну кількість складових. Які його частини та за що вони відповідальні? Ну, об этом можно, конечно, очень долго разговаривать. Основные мы такие. Мы разделим на такие части, как зоны коры мозга функциональные, которые нам больше всего подсказывают о том, с какой стороны искать патологию. Конечно, мозг отвечает за все движения, за все виды чувствительности, за сердцебиение, за дыхание, за глотание, просто за все. Поэтому любое незначительное даже нарушение его работы может проявляться колоссальным количеством разных симптомов. И ну, мозг — это все. Все, что вы можете себе представить, все, что у вас происходит, это он, поэтому... А сколько частей взагалі в нем? Ну, как бы есть такие три основные части. Это кора большого мозга, средний мозг и ствол мозга. Кора мозга отвечает за наши все такие глубокие интеллектуальные мысли, за движение, за чувствительность, за зрение. Средний мозг — это более древняя часть, которая как бы соединяет между собой ствол мозга, который отвечает за самые базовые функции, то есть это за... сердцебиение, заглотание, задыхание и является таким связующим звеном между корой, то есть нашими произвольными, скажем, желаниями, движениями и чувствами, и тем, что заложено у нас просто вот с рождения, то, что мы никак не можем контролировать. Также в среднем мозге из интересных мест это и можно назвать гиппокамп, который отвечает за память. Даже было исследование однажды у лондонских таксистов. Им на МРТ смотрели, и они раньше, когда это все было без GPS, без навигаторов, то есть они все должны были знать это все наизусть, весь Лондон. И было подтверждено, что именно у таксистов он прям видно было, что он более развит и увеличен в размер. Після всього так, а ми жартуємо іноді. І все ж таки, таксисти можуть щось знати. І багато чого. Цілий всесвіт в нашій голові, але іноді, на жаль, він хворіє, так? Новоутворення, що вникають у мозку, які вони бувають і з яких клітин вони утворюються. Колоссальное множество, можем их разделить на две таких основных группы, если мы говорим именно про опухоли как новообразование, то это доброкачественные и злокачественные. Растут из разных клеток, но принцип примерно один и тот же. То, что доброкачественно растет, скажем так, вне ткани мозга, то есть она его раздвигает, где бы она ни находилась. В чем ее плюс? В том, что в большинстве своем ее можно удалить полностью и добиться полной ремиссии. То есть мы сделали операцию, пациент выписался и через 5, 10, 20 лет спокойно забыл про эту проблему и живет себе счастливо. Злокачественные, конечно, они не такие приятные, не такие оптимистичные. Они тоже бывают разной степени, от первой до четвертой. Если это самое последнее, то, конечно, перспективы ну, не очень хорошие. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, в любом случае, после удаления там, у кого-то через год, через два, у кого-то бывает стремительный там, продолженный рост в течение двух месяцев, она появляется снова. С этим мы сделать ничего не можем. Из образований, но не нового, это можно отнести еще различные сосудистые аномалии, которые чаще всего заложены с рождения и проявляют себя тем, что либо нарушается кровоток по типу того, что там много разных ненужных сосудов, и по ним, к примеру, начинает сбрасываться кровь больше, чем хотелось бы, и из-за этого мозг ее недополучает или, наоборот, слишком долго она застаивается. Либо такая проблема, как аневризмы, который просто вот шарик небольшой на сосуде, который в любой момент при высоком давлении может разорваться и привести также к гематоме. С этим всем тоже приходится бороться нейрохирургам, их оттуда удалять, клипировать, закрывать. В общем, много есть разных способов. Симптоми бувають різні, так? І взагалі, як вони відрізняються, на що треба звертати увагу, тому що іноді навіть хворобу, яка є в мозку, люди приймають за щось інше, за шлунок, скажімо, так? От як розібратися із цим та на що звернути увагу? Щоб розібратися самому, це, звісно, тяжело, потрібно обратитися до спеціаліста. Тобто прийти, який повністю вас осмотрить і зможе побачити те скрытые симптомы, которые ты сам у себя обнаружить не можешь. До терапевта спочатку? Чи... Ну, к семейному врачу. Угу. То есть, если проблемы с желудком, а вдруг у него еще мы заметим, что, к примеру, плохо работает половина лица. Он этого, может, не замечал в зеркало. Ну, это как один из примеров. Да. То есть, любые нарушения мозга вследствие его поражения зависят от того, где это поражение. То есть, к примеру, если это
опухоль, травма, инсульт находится в моторной зоне, то понятно, что нарушается движение. То есть пациент замечает, что он стал хуже писать, может, там ложку тяжело ему держать, когда он кушает. Если это находится где-то там, ну, не дай бог, в стволе мозга, то у пациента нарушается глотание, нарушается движение в ногах, то есть там может нарушение ритма быть. То есть это все очень-очень вариабельно. Скажем так, любое... Не, вот боль никогда не будет вызывать опухоль мозга. То есть опухоль, она не болит, она просто нарушает функции. Поэтому нужно именно отмечать у себя то, что вот что-то у тебя вот не получается. Может быть, стало хуже зрение. Может быть, стал поперхиваться, когда ешь. Может быть, стал плохо ходить. То есть вот такі от симптоми. На такі, так, речі. А я думала навпаки, що, можливо, це якісь головні болі там, чи таке інше. Да, головна боль – це очень-очень неспецифический симптом, который проявляется практически при любой патологии, даже не связанной с головным мозгом, даже банальное повышенное давление вызывает у вас головную боль. И на него ссылаться и сразу думать, бежать, что, боже, у меня опухоль, давайте делать МРТ, это немножко не то. Зрозуміло. Які симптоми зазвичай не викликають певних підозр у пацієнтів? Ви маєте в виду, які повинні були б їх насторожити? Так. Те, що мало якось збентежити, от ми говоримо про головний біль, що він одразу ж так збентежить. Да, да, да. А якщо не болить, але щось не те, да. І не викликає підозр. Ну, часто таке, тобто підозрення завжди виникає рано чи пізно, але вони можуть не виникнути, коли ми представимо, що ця опухоль знаходиться десь впереді і поражаються лобні долі, і пацієнт с ростом этой опухоли немножко становится к себе некритичным, потому что эта зона как раз отвечает за осознание себя, за поведение, за психику, и как бы это все притупляется. Что это имеется в виду? Некритичным до себя? Ну, то есть он не может адекватно оценить, что ему плохо, то есть он становится какой-то более дурашливым, не совсем адекватно воспринимает все происходящее. И тогда понятно, что он сам, ну, не в состоянии оценить, насколько ему стало хуже, насколько он стал забывчивым. То тут чаще, мають рідні, да, так, звернути? Родственники, близькі люди, вони смотрять, що как-то чоловік помінявся, какой-то он не такой сьогодні или последний месяц, і починають искать причину. І часто как бы, с этим приходят к неврологу, і тот назначает МРТ, іноді там бувають сюрпризи. Угу. Цікаво, а ще є якісь такі? Іноді пацієнтам тяжело заметить у себе нарушення зрення. К примеру, когда у них начинают поражаться зрительные нервы, то у них выпадает зрение частично. То есть это не как, вот вы смотрите, вроде пятно какое-то черное, оно так не бывает. А оно начинает именно либо сужаться по бокам, либо изнутри. И тяжело это адекватно оценить. Некоторые это замечают тем, что он просто идет и врезается в дверной косяк. Хотя ему казалось, что вот он сейчас пройдет, а он просто не может. Одним из таких интересных тестов есть, ты берешь просто нитку, перед пациентом натягиваешь и говоришь, поделите ее пополам. Если у него какие-то есть поражения, то он никогда ровно пополам ее не поделит. То есть он либо сюда ближе, либо сюда. То есть это тоже тяжело у себя заметить. Хто має направляти до нейрохірурга або коли пацієнт має проходити обстеження, у яких випадках? Ми вже трішки поговорили, що до сімейного лікаря, але, можливо, є от якась вузька направленість, коли одразу ж розумієш, що... Є різні рівні оказання допомоги. Тобто нейрохірург вважається одним із останніх, тобто четвертий рівень. К нему нужно уже по-хорошому приходить, когда ты уже был у невропатолога, у тебя есть все обследования, у тебя есть МРТ головного мозга, либо КТ, и подтвержденный диагноз. То есть просто прийти к нейрохирургу, потому что у меня там болит голова, так быть не должно. К сожалению, конечно, у нас так происходит. Пациент просто вот заметил, что у него что-то нехорошо, там плохо двигается рука, он сразу бежит к нейрохирургу, потому что думает, что вот именно нейрохирург должен его спасти, и он в этом больше всех разбирается. Да, и такое случается, что он приходит, нигде не был там последние 20 лет ни одного врача, но так быть по-хорошему не должно. Ви говорили трішечки про діагностику, що до нейрохірурга треба приходити вже з обстеженнями. Яка діагностика має бути? Що треба зробити? Ну, основа всіх основ, якщо ми говоримо про головний мозг, то, звісно, це МРТ головного мозга. Якщо там є якесь образування, то з контрастом. Тобто воно може ответить нам на большинство интересующих нас вопросов, и даже с очень большой вероятностью мы можем предположить, какая это опухоль по своей структуре. То есть доброкачественная, злокачественная. Можем рассмотреть, какие важные элементы она обрастает. Можем спланировать хирургию, понять, операбельна она или нет. То есть МРТ с контрастом – это такой эталон в нейроонкологии, если мы об этом говорим. Иногда, конечно, бывает, что КТ более информативно, но это больше для сосудистых патологий, для мальформаций, для аневризм. А
Як додаток вже, напевно, так вже після. Оно как бы именно вот для всего, что связано с сосудами. И если мы хотим увидеть, как они идут, где они формируются, какие они образуют связи, то, конечно, лучше это именно КТ. Що впливає на рішення про хірургічне лікування? Які аспекти враховуються? Ну, спочатку потрібно зрозуміти, вообще, мешает ли это опухоль пациента. То есть, если это какая-то маленькая, старая, она уже 20 лет у него есть, она не растет, ни на что не влияет, никаких не вызывает у него ни дискомфорта, ни нарушения функции, то понятно, что ее лучше не трогать, даже если она вот лежит прям буквально на поверхности, ты понимаешь, что ты там за час можешь ее удалить и забыть, как бы это иногда кому-то не хотелось сделать, этого делать не нужно. То есть первым важным критерием это нужно понять, появляются ли какие-то нарушения у пациента вследствие этой опухоли или нет. Если это есть, то, конечно, это уже является одним из таких основных показаний к хирургии, то есть для того, чтобы ее удалить. Далее оценивается ее размеры, локализация, насколько она далеко проросла в важные структуры, насколько это можно сделать радикально. И самое главное — это чтобы после операции пациент не чувствовал себя хуже. Ведь это, скажем так, самое нежелательное для нейрохирурга, когда ты идешь на плановую хирургию, не ту, которую там привезли срочно по скорой, и пациент либо умирает, либо ты его спасаешь. А когда это все спланировано, и мы об этом все очень долго думали, а после операции пациента там хуже с движениями, с речью или еще с чем-то. То есть это тоже нужно учитывать, потому что ну, на современном этапе нейрохирургия может практически все. То есть можно в любую зону войти, со всех сторон удалить, но вопрос в том, что какой ценой и какие структуры будут по дороге. Если эта цена окажется слишком велика, то пациент будет крайне недоволен, и, не дай бог, это все может совсем печально закончиться. Чи необхідно мати лікарю для проведення успішних втручань якісь особливі навики? Так, і що він має з собою мати? Як розвивається взагалі медицина сьогодні? Так, які сучасні є, можливо, прилади для цього? Ну, во-первых, нужен, конечно, большой опыт для этого всего. То есть, когда за плечами там сотни или тысячи операций. Это ювелирная работа, она на живых людях. Да, это все, конечно, проходит уже, скажем так, для доктора рутинно. Хотя на самом деле это как бы очень все непросто и рискованно буквально каждый день. Нужны хорошие микрохирургические навыки, потому что все манипуляции нейрохирургические, они проходят под микроскопом, то есть под большим увеличением. Иногда бывает нужно, там, когда мы оперируем очень нежные структуры, как ствол головного мозга, где сосуды там, толщиной с волос или чуть меньше, чуть больше, которые вроде бы, если бы там оперировали где-то на руке или в брюшной полости, показалось бы, там какая-то ненужная артерия, а здесь, если мы ее повредим, то человек может просто перестать глотать. То есть поэтому нужно это четко, все движения должны быть выверены, и минимальная травма — это основной как бы, девиз во время удаления опухоли. То есть все наши манипуляции должны быть очень нежными, и вот вокруг ничего не должно быть повреждено. Як розвинулась взагалі нейрохірургія сьогодні? І чи більш безпечніше сьогодні оперуватися? Ну, за последние лет 20, конечно, кардинально поменялась ситуация в Украине. Наконец-то пришла эра микроскопов. Все как бы серьезные большие нейрохирурги оперируют только под микроскопом. Все ездят стажироваться, ни для кого это уже все нет. Там за закрытыми стенами кто-то делает эти секретные операции, такого уже нет. То есть это все открыто. Ты можешь поехать, посмотреть, научиться там, поехать в Киев, поехать в Ужгород, поехать в Харьков, ты можешь поехать в Европу куда-то, ты можешь поехать в Америку на стажировку. То есть это все сейчас не проблема, все обмениваются опытом. Главное это, конечно, понимание вообще, чего ты хочешь, как ты знаешь хорошо анатомию, и всегда нужно себя держать в руках, чтобы это все сделать максимально качественно. А яке відновлення після операції? Чи довго воно триває взагалі? От якщо ми навіть враховуємо, що нейрохірургія ось так розвинулась? Ну, если все, конечно, зависит от того, насколько пациент был, скажем, запущен до операции. Если он пришел с каким-то конкретным симптомом, который вызван именно тем, что эта опухоль локально не дает ему нормально жить, то есть, к примеру, там, плохо работает правая рука с ногой, то обычно там, после операции на следующий день, если все прошло успешно, оно так происходит у нас в 99% случаев, то пациент уже ходит в палате там, 3-4 дня, и мы его отпускаем домой. То есть, если все проходит так, как должно быть, то даже нейрохирургия головного мозга на самом деле не такая страшная и опасная, как все это себе представляют. То есть это должно быть, и так и есть, рутинно,
смело, с очень оптимистичными прогнозами, и пациент должен себя чувствовать, как после любой другой хирургии, без всяких там страшных историй и так далее. Чи були якісь дивні випадки взагалі за час оперування, там, з чим зустрічалися у роботі з мозком сам? Ну, їх багато. Одні з таких останніх інтересних була у нас пацієнтка, у неї був такий діагноз, називається він нейрофіброматоз. Тобто є опухоль менінгіома, яка ще з оболочки, вона доброкачественна. Всі нейрохірурги її люблять, тому що вона плотна, чаще всього, хорошо відділена від окружаючих тканей, ти можеш її повністю удалити. Пациент доволен, она больше не вырастет, все счастливы. И вот при таком нарушении, как у нее было, эти опухоли начинают расти просто повсеместно, вот по всей оболочке, везде. И они со всех сторон, как такие шарики-шарики, начинают обрастать этот мозг несчастный и просто его сдавливают и снаружи, и изнутри. И была такая пациентка недавно, пару месяцев назад, у нее их всего, наверное, штук 25, но понятное дело, что из одного доступа прооперировать весь мозг невозможно. И у нее были те, которые особо сильно нарушали как бы ее жизнедеятельность. Они нарушали движение у нее в правой руке с ногой, и у нее была нарушена речь. Поэтому как бы основной наш упор был именно на эту опухоль, но у нас получилось помимо этого, то есть все передних две трети головного мозга, грубо говоря, мы освободили. Там получилось, что около 16 опухолей мы оттуда удалили. Да, она недавно приходила на осмотр, счастлива, у нее все хорошо. Конечно, у нее там осталось сзади немножко, но они ее никак не беспокоят, а может быть никогда и не придется ничего с ними делать. Дякую за цю розмову. Хочу нагадати, що спілкувалися ми з Світлицьким Владиславом, нейрохірургом медичного дому «Одрікс». Поговорили ми про таємничі особливості мозку та експертне лікування його патології. Ще раз дякую вам. Це була програма «Світло» на 7-му телеканалі. Провела її з вами Тетяна Малимко. Всього найкращого вам.